Всем привет, ребята, на Диафей, мы на краю Ирландии. Да, мы полетели на край Ирландии. Сейчас покажу. Вот это океан. Вот там сам этот океан. Там какой-то пьяз камней. Отсюда самое лучше видно. Вот зайдем дальше. Тут экскурсия пошла. Мы просто там бы экскурсия пришла. И мы за ними пошли. Вот куда пришли. Вот океан. А там есть... Ты поставишь паузу в то, именно в то время, то ты увидишь воду подниматься наверх. Поднялся. Вот. И я сейчас на следующем паузе пойду на маяк, я не уверен. Мне кажется, да. Вот. Это продолжение. Мы еще на этом центре, ну, крае Ирландии. Вот. Человек какой-то, это не маяк, как я там говорил. Так что, я думаю, мы на маяк пойдем. Я не знаю, что это маяк. Что это маяк? Па. Да, тут гольф-поле на краю тоже, а потом маяк. Да, тут маяк. Ага. А, понятно. Закрыты. Что сказал? Для рабочих. Только для рабочих заходить. А как мы знаем, я не рабочий ничего. Это был за маяк, да? Да. Пойдем туда, там люди бачат. Я не знаю, ну сюда пойдем. Если маяка нету. Ну, хотя другой контент пойду. Я думаю, на маяк пойдем. Закрыто. Значит, пойдем сюда. Включу камеру, когда мы уже будем там. Ну, это продолжение уже для прощания. Складно. Это уже продолжение для прощания. Ну вот. На этом я буду с вами прощаться. Всем удачи. Всем спасибо. Всем пока-пока.